генеральный спонсор программы компания «Инстрой». Мечтаете о собственной квартире? Хотите, чтобы в вашем доме всегда было тепло и уютно? Боитесь рискованных инвестиций? Выбирайте качественное жилье в сданных домах на улице Старицкого. В этом микрорайоне созданы все условия для вашего комфорта. Квартиры свободной планировки, металлопластиковые окна, бронированные двери, счетчики и водомеры, автономная подстанция и котельная, благоустроенная территория, детская площадка и закрытая охраняемая парковка. Выбирайте новое, лучшее качество жизни. Подробности на сайте строительной компании «Монолит» и по телефонам 706-39-22, 705-76-04. Знову в Одесі. Джунглі парк. У морській галереї мор вокзалу. Розмовляюча папуга Барбара та король мадагаскарських лемурів Рікі чекають на вас щодня у морській галереї мор вокзалу. Компания «Ваш сад» приглашает с 20 по 28 апреля в Одессу на первую международную выставку «Бонсай». «Бонсай. Через малое видеть великое». Французский бульвар, 85. Мы рады сообщить вам, что строительство нового корпуса торгового центра «Мегадом» близится к завершению. Но подробно об этом мы расскажем в одном из следующих выпусков нашей программы. А сегодня речь пойдет о магазине мебельной фурнитуры «Лидер», расположенном в строительном павильоне торгового центра «Мегадом». Здесь вы найдете продукцию от ведущих мировых брендов «Блюм» и «Саммит», а также широкий выбор товаров и услуг, призванных сделать ваш быт проще, а жизнь лучше. В магазине мебельной фурнитуры «Лидер» вы найдете все необходимое для производства мебели. Наверняка многие знакомы с продукцией австрийской компании «Блюм», которая является признанным лидером в производстве фурнитуры, постоянно совершенствует свои изделия и внедряет новые разработки. А вот торговая марка «Саммит» еще не так популярна в нашей стране, но также заслуживает самого пристального внимания. Эта стильная и многофункциональная фурнитура по многим позициям не уступает, а иногда и превосходит именитые аналоги. Магазин «Лидер» является официальным представителем турецкой фирмы «Саммит» в Одессе и Одесской области и предлагает приобрести эту качественную фурнитуру по очень доступным ценам. В ассортименте магазина вы найдете всевозможные виды наполнения для кухонь и шкафов-купе, большой выбор столешниц и изделий из искусственного камня, фасады для кухонь и крепежную фурнитуру. Кроме того, вы сможете приобрести ДСП, заказать распил, изготовление фасадов из алюминиевого профиля и любой корпусной мебели. Интересным решением, особенно для малогабаритных квартир, станут специальные механизмы для кроватей, которые могут прятаться в шкафу, превращаться в рабочий стол или дизайнерскую тумбу. Гибкая ценовая политика и качественное обслуживание грамотных консультантов приятно удивят всех покупателей, а дизайнеров, архитекторов и прорабов ждут специальные предложения, основанные на взаимовыгодном сотрудничестве. Чекаємо на вас у магазині меблевої фурнітури «Лідер» у павільйоні номер 3 торговельного центру «Мегадом». Керамическая плитка – это покрытие, которое регулярно меняет свой облик, форму, размер и фактуру. Плитку применяют в самых неожиданных местах. Иногда вы даже не поймете, что это она. О современных трендах в мире керамической плитки нам расскажет директор департамента керамики компании «Инстрой». Главное событие в мире мебели и дизайна – это ежегодная выставка «Салоны Милана». Что же касается керамики, такую же значимость имеет выставка «Черсай», которая в прошлом году отпраздновала свое 30-летие. Мода везде существует. Она существует в мебели, она существует в автомобилях и существует в керамической плитке. Самое большое представление керамической плитки – это Болонье в Италии. Туда собираются все представители дизайна по керамической плитке. Площадь выставки 176 тысяч квадратных метров. Вы можете себе представить, какой объем новинок каждый год представлено в Италии. Что модно? Это как бабушкин сундук. Все перевернули. И снова модно. Мрамор, натуральный камень с
спокойные стены. При этом декоры стали очень изысканные, очень нарядные. Любое направление плитки идет вперед. Мы смотрим фильмы непременно в 3D-формате. То же самое, новая тенденция в керамике – это 3D-плитка. Немного странно, когда открываешь дверь в ванной, и на тебя из стены крокатится, которая буквально касается твоего лица. Странно, но эффектно. Я хочу показать новинки, которые мы привезли к нам в салон. Я говорила о том, что есть очень много интересных декоров, которые невозможно передать словами или в каталогах. Вы можете себе представить плитку, которая похожа на расшитый камзол. Я хочу вам показать образец. Если вам видно, каждый цветок вышит как будто бы бисером. Это очень красиво, очень элегантно и нарядно. Есть еще образцы, которые мы привезли. Они похожи на старинные ковры. Это элегантное золото с мягким жемчужным цветом. Я бы хотела, чтобы вы увидели всю красоту этого декора. Департамент керамики компании «Инстрой» постоянно анализирует рынок, сотрудничает с лучшими европейскими фабриками и представляет в своем салоне только отборную плитку, способную создавать неповторимые и изысканные интерьеры. А сейчас я хочу рассказать о новой плитке. Если до этого мы рассказывали о крупногабаритной плитке, о плитке, которая представляет из себя дерево, замазанное краской, о персидских коврах. Но плитка форматом 20 на 20 всегда была, есть и будет модной. Глядя на эту плитку, не каждый архитектор сможет разобраться, что за пол получится из этого кубика. Для этого у нас есть чудо-зеркало. Я кладу эту плитку, и вы посмотрите пол, который станет на площади 20 квадратных метров. В выставочном зале компании «Инстрой» помимо керамической плитки вы найдете интересные образцы сантехники и огромное количество каталогов фабрик-партнеров. Не растеряться в этом многообразии вам всегда помогут опытные сотрудники салона. А сейчас я хочу рассказать о нашей гордости. Это наша красная ванна. Не каждый может себе позволить по состоянию души дома иметь такую красивую ванну. Но это не значит, что только красные ванны мы можем продавать. У нас большущий выбор угловых, белых, голубых, различных ванн. Но эта ванна – наша любимица. Это визитная карточка нашего салона. Для більш детального знайомства з керамікою та сантехнікою від компанії «Інстрой» запрошуємо вас до виставкового залу за адресою провулок Топольського, 4А. Дети – это такие же полноправные личности, как и взрослые. У них есть собственные взгляды на жизнь, свои предпочтения и свои вкусы. Поэтому, выбирая мебель для детской комнаты, помните, вы выбираете ее ребенку, а не себе. Ну а самый широкий ассортимент разнообразных детских комнат вас ждет в салоне «Аз-диван». Детская комната – это особый мир, в котором ребенок получает первые знания и впечатления об окружающей действительности. Поэтому к выбору детской нужно подходить с предельным вниманием и тщательностью. Функциональность, безопасность, внешний вид – здесь имеет значение каждая деталь, а результатом правильного выбора станет хорошее настроение малыша и спокойствие родителей. Ребенку должно быть комфортно в своей комнате. Для этого дизайнеры и конструкторы компании «Аз-диван» разработали целую серию всевозможных комплектов мебели для мальчишек и девчонок разного возраста. Так, если ребенок уже занимается в школе, в комнате обязательно должна быть предусмотрена рабочая зона, где можно делать уроки, читать, рисовать и выполнять другие задания. Играть в детстве так же необходимо, как и учиться, поэтому не забудьте оставить место для игр и отдыха.
Ну и, конечно, зона сна. Этот уголок должен быть самым уютным, чтобы ребенок отправлялся спать с удовольствием и видел красочные, сладкие сны. В ассортименте компании «Асдиван» вы найдете даже необычные кровати-машинки, которые наверняка завоюют сердца многих маленьких мужчин, да и среди девчонок найдется немало автолюбителей. В детской комнате не обойтись без всевозможных шкафчиков, ящичков и полочек, в которых найдется место и для книг, и для игрушек, и для одежды. Приучить ребенка к порядку – это уже вопрос воспитания. Но наверняка в своей любимой комнате, где все удобно расположено, он с большим энтузиазмом будет за этим порядком следить. Выбирая мебель для детской комнаты, следует учитывать не только пол и возраст ребенка, но и его характер. Ведь кому-то по душе яркие цвета и множество игрушек, а кто-то с детства любит более спокойные, стильные вещи и хочет, чтобы все у них было, как у взрослых. Делая выбор, учитывайте вкусы, привычки и предпочтения детей, а компания «Асдиван» со своей стороны гарантирует качество, долговечность и экологичность всей продукции. Ну и, конечно, цены. Не забывайте, что лучше цен вам не найти на всем мебельном пути. Якісні меблі від компанії «Асдиван» ви знайдете у меблевому гіпермаркеті «Шостий елемент» за адресою Овідіопольська дорога, 7, телефон 33 86 81. Релакс. Даже само слово звучит очень приятно. Релакс – это отдых, удовольствие, расслабление. Все эти ощущения вы сможете испытать в массажных креслах от салона магазина «Релакс». Первое массажное кресло было изобретено в Японии еще в 40-е годы 20 века, и оно могло выполнять массаж шиатсу. С годами технологии совершенствовались, и современные массажные кресла по своим характеристикам и функциональности максимально приблизились к воздействию профессионального массажиста. Они научились не только нежно поглаживать, но и по-настоящему работать с вашими мышцами. Массажные кресла стали различать людей по комплекции и росту, подстраиваться под индивидуальные особенности и запоминать предпочтения. Чувствительные программы. Одним из преимуществ аппаратного массажа является то, что подобные устройства могут осуществлять несколько видов массажа сразу, а также применять их одновременно к различным участкам тела. Основные виды массажа, применяющиеся в современных массажных креслах, поражают своим разнообразием. Это разминание, похлопывание, постукивание, шиатсу, растягивание, воздушно-компрессионный массаж, вибрационное воздействие, а также их комбинации. Каждый из этих видов применяется для достижения определенной цели и оказывает положительное воздействие на организм в целом. Одна из новых полезных функций в массажных креслах – это термотерапия, когда в комплект входит прогревающая лампа с нефритовым наконечником, которая нагревается от 40 до 70 градусов и отлично справляется с заболеваниями суставов и недомоганиями простудного характера. Ну и, конечно, приятным дополнением массажных кресел стали всевозможные MP3 и DVD-проигрыватели, жидкокристаллические мониторы, многофункциональные пульты и телевизоры. Одним словом, массажное кресло сегодня – незаменимый предмет в доме или офисе, в котором вы сможете проводить время с пользой для здоровья и с удовольствием для себя. Наибольший выбор массажных кресел та массажеров чекає на вас у салоне магазине «Релакс» на улице Успенский, 103. Еще один прекрасный способ отдохнуть – набраться ярких впечатлений и пообщаться с представителями живой природы. У всех одесситов и гостей города есть такая возможность. В морской галерее на Морвокзале уже традиционно открыла свои двери передвижная выставка экзотических животных «Джунгли парк». Переступив порог выставки, вы сразу словно попадаете в другое измерение.
прыгающие, летающие, плавающие и ползающие животные. Всегда готовы поделиться с вами хорошим настроением и положительной энергетикой. В этом году в Одессу приехали познакомиться новые чудесные экземпляры. Семья белоухих игрунок, уже знакомая по прошлым выставкам, обзавелась еще одним малышом, который уже вовсю резвится на радость посетителям. Птенец птицы-носорога Грета очаровывает прохожих внимательным взглядом из-под длиннющих ресниц и ярким оперением. Грета уже почти акклиматизировалась к новым условиям и успела полюбить лакомиться черноморскими креветками. Только в джунгли-парке вы можете увидеть единственную в Украине пару редких игрунок, а у буроголового тамарина Арни появился младший товарищ Арчик. Эдиповы тамарины Аватар и Пандора, родившиеся прошлым летом в Одессе, стали совсем взрослыми и совершенно не боятся камеры. Очевидно, узнали оператора. Мы уже не первый год приезжаем в Одессу. На этот раз мы попробовали приехать весной. Расскажу почему. Ну, во-первых, все животные и сотрудники соскучились за Одессой, за этим прекрасным городом. Во-вторых, мы хотели бы видеть учеников, групповые посещения у нас в гостях. Для этого мы специальную акцию сделали. Классы школьников у нас проходят по 50%. В этот раз мы привезли новые виды животных. В основном мы поняли, что людям нравятся такие животные, как обезьяны, попугаи. Ну и мы делаем упор именно на это. Но у нас новые обезьянки появились, и старые привели потомство. Наша выставка в этот раз приехала на полгода. Мы вас ждем в гости всю весну, лето, и захватим бархатный сезон в сентябрь. В джунгли-парке все животные содержатся в отличных условиях, и это сразу видно по их поведению. Некоторые уже привыкли к рукам человека, и вы сможете попросить сотрудников выставки сфотографироваться с некоторыми экземплярами на память. Даже взрослые не смогут сдерживать своих эмоций в окружении таких разных и необычных животных, а детскому восторгу и заинтересованности вообще нет предела. Красавица. Можно мне? Красотка. Не показывай мне язык. Красавица. Чего спрятаться? Какая красавица. Очень красивая. Приходите в джунгли-парк. Это здорово! Выставка экзотичних тварин «Джунглі-парк» чекає на вас у морській галереї Морвокзалу щодня з 10 до 19 години. Покупка жилья – это инвестиция на долгие годы, от которой зависит ваш комфорт и спокойствие. Выбирая жилье, лучше отдать предпочтение готовым объектам, построенным на средства компании, чтобы не столкнуться с проблемой замороженного строительства. Важную роль играет расположение дома. Присутствие неподалеку удобной транспортной развязки магазинов, супермаркетов, аптек и прочих объектов инфраструктуры – весомый аргумент в пользу вашего выбора. Что же касается самого дома, лучше всего, если он будет построен из красного эффективного кирпича, оснащен автономной подстанцией и котельной. Благодаря этому у вас всегда будет тепло, светло и уютно. Но квартиры, предназначенные для свободной планировки, откроют перед вами безграничные возможности экспериментов с пространством и интерьером. Обирайте якісне житло у мікрорайоні на вулиці Старицького від будівельної компанії «Моноліт». За більш детальну інформацію щодо продажу квартир звертайтеся за телефоном 706 39 22. Які послуги ви хочете отримати при придбанні меблів? Дизайн-проект, збирання, доставка, найширший асортимент та гнучка цінова політика. Якість, яка не має ціни. Кваліфіковані дизайнери, щире спілкування та турботливе ставлення до ваших вимог гарантують наші довгострокові відносини та дружні стосунки. Ваші інтер'єрні турботи – наш клопіт. Інстрой. Емоційно про меблі. Знову в Одесі джунглі-парк у морській галереї Морвокзалу. Розмовляюча папуга Барбара та король мадагаскарських лемурів Рікі чекають на вас щодня у морській галереї Морвокзалу.